Так, ну что, еще сделала одну форму, вот такую разборную. Она состоит из трех частей донышка и две половинки. Замешиваю смесь сейчас тщательно и буду заливать. Посмотрим, получится у нас в этот раз разобрать форму, потому что предыдущие так и застыли. Ну и я их тем более неправильно залил, к сожалению. Надо было с этой стороны лить. Вот, получилось немножко неправильно. Так, решил делать заливку прямо в ванной, чтобы нужно было ополоснуть посуду. В общем, залил форму, оказалось, как всегда, хорошая жидкая смесь. Надеюсь, что она схватится. Все пузыри вышли из-за добавок. А посуда, соответственно, чистая и блестит. Все, ждем застывания самой формы. Так, ну что, момент истины. Смотрим, что у нас получилось. Снять форму все равно проблематично. Понятно. Ну, по крайней мере, она должна сняться хоть как-то. Вот так вот снялось. Короче, не получается. Надо опять менять. Вот эти вот углы сломались. В общем, вот такой результат, друзья. Опять не получилось, к сожалению, но есть идеи. В общем, в принципе, как мы видим, все пропечаталось хорошо, да? Единственное, что как-то надо вот эту часть гладкой сделать. У нас вот эта часть не выходит. Я думаю, что можно как сделать? Вот эту клемму, а максимально сюда к стенке приделать, ну, притянуть. То есть обрезать вот этот хвостик, где оно залипало. Вот это вот место. И вот эту клемму прям вплотную сделать. Вот тогда, по идее, должно выниматься легче. Но из-за вот этих линий, я говорю, форма, она не хочет выниматься постоянно. Так что вот так. Ну, в принципе, сам визуально оно хорошо сделалось. Так что вот так.